Ух, друзья мои, ну готова уже последняя игра фасткапа 46-22. И мы попадаем в игру, попадаем на последнюю игру, на игру, которая определит победителя. Победителя фасткапа 46-22 между командами Scourge и команда Be Water My Friend. А, вот так вот. Ну, муторная была игра до этого, очень долгая, с длинными паузами, какая-то такая вязкая, затяжная игра. По-своему, конечно, интересная, но как-то уж у меня аж голова прям от нее разболелась. Слава богу, быстро пикают сейчас ребята, потому что знают, кого надо банить. И Дазл вот первым пиком опять для Эпсилона. А сразу же Луной-то отвечает. Ха-ха-ха-ха-ха. Слэш-слэш-слэш отвечает Луной-то. И Думом. Ой-ой-ой, вот это да, вот это да. Вот это вот поворотик-то какой, а? Ну что, Эпсилон, Луны нету. На ком будет Азверин-то играть? И вот задумался сейчас Эпсилон. Потому что Дум и Луна — это одна сатана. Так вот даже и не скажешь сразу, что же делать. А Дум может в сложном... Блин, да, ребят, просто вообще вот... Пик Дума, он, знаете, обескураживает сразу, потому что везде может быть этот персонаж, он может быть... Кем угодно, как угодно и когда угодно. Поэтому только ближе к концу пиков мы поймем, там, кто же будет Думом. Точнее, кем же будет Дум. Ну, а Эпсилон тоже должен будет ближе к концу это понять. И вот надо тогда уже как-то свое набирать. Каких-то, может быть, даже я не знаю. Дазл. Ну, Дазл просто так, типа, хорош, да. Не играет, правда. Я предложил какой-нибудь фаст пуш, тут какую-то агрессию, но команда Scourge не играет в агрессию, поэтому ничего не могу. Поэтому, ну, то есть, ничего такого не возьмут. Ничего такого не возьмут. А если такого ничего не возьмут, то, значит, что-то будет другое. Но надо попробовать как минимум кэрри взять такого, который будет иметь возможность сражаться под Думом без проблем. Ну, там еще и Луна с этим своим неприятным ультимейтом. Может, какого-то взять лайфстиллера. Или же того же самого Врескинга, который был в прошлой игре саппортом. Ну, не знаю, не знаю. И еще... Но еще нужно какой-то очень... Но Луна все равно ультимейта свой успеет дать, понимаете? Успеет она дать ультимейт. Правда, Рубика, видите, взяли, чтобы как бы ворвать все эти полезные, очень полезные скиллы. Окей, добрались мы уже до резервного времени. Вот оно пошло, и Эпсилон в своей такой длительной манере гроссмейстера выдумывает, чего бы ему такого набрать-то. Или чтобы ему такого забанить. Ну вот Скаймага он сразу же отправляет подальше. И Профета. Боятся пуша. Шторм Спирит. Вот так. Ну видите, какой-то, я так понимаю, уже... То есть не смотрели мы, к сожалению, как играла до этого команда Be Water My Friend. Be Water сокращенно. Но, видимо, какой-то у них один пик. Вот, это вот они его наигрывают, эту стратегию. Потому что очень быстро пикает слэш. Очень быстро пикает. Я почему говорю слэш? То есть, видите, имя у капитана команды такие три черточки. Черточка это на английском называется слэш. То есть, трипл слэш. Такой слэш, слэш, слэш. 10 секунд остается у Эпсилона. Основного времени. Ну, очень будет мобильный шторм, да. Будет много дэмэджа носит. Ну, то есть, магического дэмэджа хватает. Ага, вот так вот, Фурион. Хорошо, хорошо. А если еще и медведя забрать? А если Фуриона и Зевса, и Спектру? Что скажете? Фурион сложную. А кто тогда? Ага, Сайленсер. О, слушайте, ну, смотрите, это как просто перепикал, я считаю, слэш-то. Очень хорошие герои. Просто замечательные. Ну, какое-то мясо надо, Эпсилон, ну, срочно мясо. Кроме профетского мяса, там, если профет с... Ну, может быть, попробовать эти в массу некра пойти, там, профет с неками, с триантами, там, еще кто-то с некрами.
с триантами и еще и медведь. Что думаете, медведь подзашел бы? Так, ну, по пику мы уже понимаем у Слэша, что Шторм пойдет в центр, да, и Дум будет, скорее всего, сложно устоять. А Луна с Саленсером и каким-то еще саппортом будет там что-то делать. Ну, сложно, естественно. В легкой, точнее, попробовать будет выживать, ну, фармить. Ну, сейчас я... Ох ты, так вот. Ух, вот так вот, да? Ага. Ну... Слушайте, ну вот у команды сейчас Биуотер просто дизейблов немеренное количество. Да? У Шторма, да, один есть. У Сайленсера есть, ну считайте, два. У Дума тоже может быть два дизейбла. Да, потому что у него ультимейт есть, и еще стан он может скушать. Ну и Луна там с Бимом, который там частично дизейблит. То есть керри оставляет напоследок Эпсилон, и вот от этого керри будет очень много зависеть. Но надо вот взять скелета. Я считаю скелета. Опять будет последний пик, и можно будет скелета взять. Или лавстиллер. Не, ну лавстиллер не очень. Вот скелет бы зашел бы сюда. Скелет бы зашел хорошо. Скелет зашел бы хорошо. Ага, вайпера. Вайпера убрали. Ну, тоже вариант. Вайпер там, в принципе, под сайленсами. Все равно может стрелять и под думами. И неприятен он. Но вот Вариаскинг бы подошел, я считаю, сюда. Конечно, оптимально бы сюда взошел бы Питлорд, я думаю. Питлорд, конечно, бы подошел бы, но Питлорда пока нет. А может быть, кстати, а если взять этого, который копии делает? Террблейда. Клокверка отправили. Radiant Team Pick. Ну, я думаю, что все-таки это... Ой-ой-ой, еще и зомби. Ну, слушайте. Вообще пик отличнейший. Просто чумовой, я бы сказал, у команды Биотер. Мой френд, очень сложно будет против такого пика что сделать. Я думаю, бы в финале International любой капитан бы команды хотел, чтобы у него такой пик оказался бы, очутился в руках. Вот такое вот чудо-юдо-то. Ну, да. Как-то так. Ага. Ну, окей. Гирокоптер. Ну, это, видимо, чтобы убивать этих зомбаков андайинга. Ну, Луна против гирокоптера, в принципе, там, типа, плюс-минус классическая. Но тут гирокоптеру понадобится, наверное, не одна рапира, чтобы защитить. Тем более, смотрите, танковать особо некому. То есть, два агильника... И три мага, а тут как бы два очень хороших танка есть. Ну, честно говоря, ребят, кажется мне, что эта игра очень может закончиться быстро. Очень может быстро закончиться. А, ладно, мы попали, в общем-то, в игру. А, посмотрим, кто на ком, кто на чем. XDD на Шторме. Значит, слэш, капитан команды на Саленсере. Come to Puppy, Луна. Ага, в сложную пойдут. Сэм Фридов. Как же это? Сэм Фридов. Сэм. Сложно, я не знаю, как прочитать правильно. Сэм Фри отключился от игры. И Doom Dead Man. Ну, вот видите, так вот решили. Все-таки Doom отдать легкую, а сами пойдут драться. Ну так а с такой-то триплой почему бы и не подраться-то на самом-то деле? Вот я тоже об этом думал. И смотрите, тут есть хороший ньюк, да, пожалуйста. Тут есть хороший, хорошее слоу, вот оно. Тамба, да. Есть эти дикеи. А вы знаете, зомби может быть поначалу очень-очень-очень агрессивный. Тем более, там, посмотрите, практически что-то хп на первом левеле, да, еще и щиток. Ну и Саленсер, так, которого ньюк-то на первом левеле 150 урона наносит, понимаете? Самый большой вообще-то урон. Самый большой урон на первом уровне, который только может быть. Нанеся ему урон и накладывая безмолвие, если тот пронесет заклинание. Если он этого не сделает, то по окончанию заклинания, помимо урона и безмолвия, он будет обезоружен. Вот так вот.
Ну, еще и вот это вот Кёрс, короче, в общем, Сайленсер может там делов натворить. Да уж. Так, ну, что касается команды Scorch, что Эпсилон будет в центре пытаться что сделать. DPP, Рубик, Азверин будет фармить. Мэтс будет помогать ему всячески. Ну и Твикс будет разбираться с Думом в сложной. Ну а Дум будет поедать Твиксовые пеньки. Ну я думаю, тут будет нормально там и одному и второму, в принципе, стоять. Вот, конечно, все будет зависеть от триплы. Выиграет она или не проиграет. Ну вот тут такая более защитная трипла, потому что нюков-то особо нет. Но вот только один нюк есть, да, Фейтболт. Фейтболт есть. И есть еще и... Ну, а Зверина вот этот Рокет Бараж. Ну, он такой, для ближней дистанции. Ближайших вражеских юнитов вокруг гирокоптера длится 3 секунды. Флэк Кэнон, ну, посмотрим. Так, оставили вот сейчас, кстати, одного Азверина. И это вот, так, на хосте так будет забежать. Сейчас тут DPP, ну, слоу граунда забегать. Сейчас его тут примут просто-напросто. Окей, Фейтболт дал. Фейтболт на первом левеле. Ну, так и что, так обходи-то пока, пока. Ну, что ты делаешь? Ну, нельзя так делать. Боже, DPP. DPP, ну, вот Кёрс получил. Сейчас Сайленса сейчас закончится ускорение. Нельзя было сразу просто побежать, обойти. Ладно. Ладно, не ясно мне вот эти вот мувы. Еще бы зашел бы. Если бы зашел бы на хайграунд, то вообще можно было бы сразу отключаться от игры. А, так, Твикс. Что у нас? Твикс 5-1, кстати, неплохо. Ну тут шторм-то загнался по тавру. Почему? Потому что пропушил как-то там Эпсилон. Ну, Эпсилон пока похуже, но потому что урона мало у него. Ну, сейчас все должно. Кстати, одинаково тут, смотрите. Три таких и одно такое. А тут. Одно такое, ну, без таких. Ну, ладно. Ну, вы поняли, я имел в виду веточки и один артефакт на урон начальный. Так, Кёрс дали. Ну, тут можно. Рокет Бараж так. Ага, и сразу же прожал, но крипам не подошел. А, это Флэк Кэнон прожал. Боже, что я такое говорю? Рокет Бараж животный первый. Он же сразу там кастуется. Он же сразу кастуется. Ну, трипла, видите, пока слишком пушит, и поэтому не может сражаться. Вот, хорошо. Стопит, надо стопить, зомби, стоп. Ну, Сэм, что ж ты так ошибся-то чуть-чуть? Крипы не запулились. Точнее, ну да, не запулились. И Азверинчик будет фармить. Ну, слушайте, если выиграет команда Скорч, то игру я просто не знаю. Честно говоря, нереально ее выиграть. Тут просто такие все супер полезные, крутые герои. Я... Что? Она сказала... Слушай, вы слышали это? Я не слышал, она сказала «впадло». Come to party. «Впадло», она сказала. Не, ну на самом деле, «впадло». Но будем еще прислушиваться к звукам, издаваемым луной. Но она честно она сказала «впадло». Эх, «впадло», так «впадло». Но вот на самом деле сейчас делает то, что не надо делать, а Зверин. Пушить вообще нельзя никакую. Ну, тут, конечно, этот Твикс, который темная лошадка. Темная лошадка, этот Фурион. Ой, так, Фурион-то темная лошадка, потому что не ясно, что он там может, что он не может. И, короче, Фурион может многое, особенно когда он нафармит. Но этот Фурион, видите, не в Мидас идет. Фейзы там и так далее. Так, ну, Мидас окупается за 15 минут. А, это если, как бы, по кулдауну его давать. По кулдауну. Так, ну хорошо, контролирует руну забрал. А, против шторма сейчас будет попроще, но шторм-то шестой получит, и вот тогда посмотрит Эпсилон, что он сможет сделать-то. Ну, правда, там дэмэджа много уже, 55 плюс 33, у шторма 69 плюс 3. Это сколько у него? 71 дэмэджа, то есть 72, а здесь у нас 70-85. Ну, чуть побольше. Так, он встрепил, что зацепили. Сайленсер, бежит. Все, вот этот Фурион прилетел, это Форсблад. Ну, дальше надо погнать, закрыл эту луну, come to папе, что ты делаешь? Он уже не впадл, ему уже просто бежит, он дроп, есть или нет, 10 секунд, телекинеза нет, просто отпустили. Ой, как-то так растормошили-то наше сонное царство. Ну, наверное, сами там виноваты. Мне кажется, Биуотер пошли как-то в атаку необдуманно. И потерпели поражение. Крах. Керсью. По двоим-то. Ух, какой. Тут сразу просто Флэк Кэнон прожимает Азверин и сразу же снимает с себя всякие керсы.
А Фурион, где Фурион? Он улетел назад или нет? Ага, он где-то здесь. Он хочет еще это выйти. И правильно, кстати, делает. Сейчас кого-то опять закроют. Бегут назад. Есть информация, я думаю, что Фурион надо срочно лететь назад, получать левел. Фурион какого левела? 5-го левела, Дум уже 6-го. Ну вот Дум-то там кто-то... Короче, СФ, погиб. Да, ну вот то, что я говорил, 6-й левел будет, и XDD, в общем-то, разобрался с Shadow Fiend'ом. Ну, Shadow Fiend-то не тот герой, который может против шторма так вот особенно с дабл дэмэджем постоять. Тут еще 5-й! У-ху-ху! Так, ну и что тут профет хочет сказать? Сейчас ты попробуешь с XDD что сделать, так закрыл. Ну, он сейчас же улетит. Сейчас профета просто заберет. Так, ну хорошо, так тычка последняя профета убила, еще и улетает. Не попал тут Эпсона, даль не попал койлом. Но тут нету маны. Ну что, и побежал, не побежал. Ну, короче, бред сейчас совершил. Профет. Еще и Рубик там погиб. Еще и Рубик погиб. И 3-1 уже счет. 3-1. Ну и Doom пушит лайн. Ну, выбор Shadow Fiend'а против Шторма ошибочный, по моему мнению. Но, наверное, для другого брали Сефа. Ну, а для чего? Для того, чтобы прыгать в толпу и давать ультимейт? Так, а в какую толпу? Там, как бы, все ренджевые, особо в них и не прыгнешь. Все они вместе не стоят. Еще и Дум дает. Короче, беда. Ну, не хочется, конечно, заранее поздравить команду Бивотер с победой. Еще, конечно, посражаются, могут еще там рапиру на гирокоптере-то заиметь. Но пока такими темпами ничего они не заиметь, потому что смотрите-то, кто, как и куда. И пока что на первых местах у нас держится практически, ну, не то чтобы в полном составе, но хорошо там. Два героя впереди и неплохо. Ну, вот сейчас любого сейчас героя на Эпсилона еще к шторму, и он погибает. Забросил 168. Это третий, первый, точнее, третий койл. 7-го левела нет. Но тут на хосте может что-то придумать. Но это вот единственный шанс как-то гангать. Без гангов ничего не будет. Ульты нет, надо сразу идти. Но видят, знают, что так вард пропал. И сейчас видно пропал. Надо пробовать. Там хорошо пошла инициация. Полетела торпеда. Врывается Фурион. Сюда влетает ультимейт. Сюда пошел койл. Неточный койл. Сайленс даун. Погнаться. Ну не погнались. Двоих убили зомби андайинга-то. И хорошо. И пушить срочно. Срочно надо пушить команде Скорыч. Потому что никак. Вот. Что? Как ты погиб? СФ погиб как-то. Ну погиб, значит погиб. Виноват. Ну видите, СФ пока ни о чем. Пока что ни о чем. Но и он, и как бы без него там все могло случиться. Так, DPP назад. Ну, сейчас минус... Сколько там? Минус... Сколько? Минус 150. Это какого левела у Сайленсера? 2-го, значит. Спасибо, говорит Луна. Ну а тут у нас Дум-то, что у него? 1400, он на блинкдагер, что ли, фармит себе? Пока у него такое, торнадо и аура брони. Ну правильно, почему-то у Дума-то мало брони в начале. А может он Мидас хочет? Ну Фурион хочет его, точно хочет. Мидас очень хочет, но как бы... Че, рановато так хотеть, потому что далеко до Мидаса. Ну а XDD... В принципе, чувствую себя неплохо. 2-0, кстати, у него и есть. И все хорошо. Так, вот еще раз проклятие-то на Зверина. И Зверин сейчас погибнет. Ой, не погибнет. А, он проюзал скилл, поэтому еще и был обезоружен. Ну, Рубик, хорошо. Но опять надо ждать какого-то врыва в профета, потому что без него никак, кстати, дабл дэмэдж. Там можно с дабл дэмэджем что-то придумать. Тут бегает... Эпсилон пытается фармить леса, стаки, посмотрел. А, вот тут еще и там стак, и тут стак. Ну хорошо, только так. Только так, что можно сделать. Надо добить все-таки крепочка. Тут сейчас от Кайлы пройдут кулдаун и даст. Хорошо, убивает. Тут еще Фурион-то помог ему. А как Фурион-то помог? Зацепили зомби, бросили назад. Сейчас он томбу-то поставит. Придется бежать назад. Мэдза бим дали. Мэдз бежал назад. Так что здесь пингует, что давайте это принимать где-то. Так а чем принимать? А он говорит, что я сейчас сам на него выйду. Ну так а что ты сам-то выйдешь? Ты сейчас сам как выйдешь, так и погибнешь. Так, прыгнул вперед. Но тут дальше полетел. Ну это ошибка-то по тавер-то летит. Все-таки не ошибка, но убил. Все-таки Бэйпсона убил. Ой-ой-ой, убил. Ну вот так вот. Ну видите, абсолютно бесполезный против шторма получается СФ и... Ну на будущее будет информация эта.
Кстати, а Дум-то что не дал? Дум пожалел на Твикса? Иди сюда, надо спасаться, спасаться, надо закрывать, закрывать Твикса! Крипы, 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 кто зацепит, кто зацепит, зацепит, зацепит ли кто-то? Вот прилетел сюда, закрыл, 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 закрыл. Ты так, а почему ты не... Почему телекинез не дал? Или телекинез избивает? Я что, не понимаю. Должен сбивать. А, ну вот, бедный, несчастный 0-3 сюда летит. Все у него очень, бы я тогда даже сказал, плохо. Так, кто? Шторм. Ну, смотрите, Шторм что делает? Шторма в телекинез подняли, да, бросили, но Шторм DPP побили. Ну, со Штормом вообще реально ничего не сделать не могут. Смотрите, он гонится, гонится. Нет, ну, назад уже бежит, он тычка долетит, долетит и убьет его! Тавер! Ой-ой-ой, Рубику достался фраг. Ну, бывает, бывает. И на старуху проруха бывает. 4 на... сколько там? На 6 счет. И по графикам, ну, смотрите, 2000, 3000 по опыту. Слишком уж впереди команда Bewater. Но это во многом ошибка капитана, который напикал на самом-то деле не очень хорошо. Плохо пикал. Плохо пикал, плохие пики. Ну и вот этот Shadow Fiend против Шторма в центре по итогу вообще не закатил. Так, ну Come to Puppy-то нет еще ультимейта. Ультимейт есть зато у гирокоптера, который никуда не попал. Так, удар, 2, 3, 4, стан сделался. По-моему, как-то визуально увеличилась скорость полета ракеты этой воздушной торпеды. Так, летит желтенький шторм. Сразу же врывается он на Рубика. Боже мой, Рубик, все. Рубик поднял все-таки его. Ну, дальше бросил. Назад, ну, тычка последняя долетала. Ты отомстил, скажем так. Плюс еще к тому же у него полностью мана есть. Он еще и на... может ворваться-то на вот этого товарища. Ну, а Дум делает свое дело. Собирает Shadow Blade и пушит, 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 пушит. Фурион тут попытался как-то фортификацией спастись, но, кстати, все-таки Тавер-то падет. Так, хочет очень знать, Дум просто в него дал и, типа, гоу назад. Разрушили Тавер, и тут Мэтс, ну что, Мэтс ничего не сделает. Мэтс не сделает ничего. Ну вот первый Дум пока что был такой, как бы, тактический, чтобы отогнать от Тавера и иметь возможность его забить, но не забил. Окей, зомби 4 левела. Здесь пытается Эпсилон фармить, но видел его сайленсер там. Все прекрасно знал он. Ну и Мэтс пока что не спасает. ТП не делает для спасения своих игроков в центре, своего точнее игрока в центре, а мог бы делать и спасать Эпсилон. Там очень быстро, кстати, на самом деле Эпсилон погибает. Сколько у него хп-то? 800, сколько же, даже меньше, чем у Шторма. Шторма уже 95 дэмэдж турки, у товарища СФа 140, ну не намного больше. Так, боже, ну Мидас, ну зачем? Да елки-палки. Ладно, ребят, короче, это ГГ, это уже во все тяжкие пустился у нас господин капитан команды Эпсилон. Ну и окей, будет он за это наказан, я считаю, в ближайшее причем время. Седьмое почти. Почти седьмое. Ну тут все сейчас решит выход Дума. А вот сейчас Дум возьмет 11 и получит. И просто выйдет с Shadow Blade, даст в кого-то замечательный и превосходный Дум. Например, так, тут опять влетел, Экзиди бросил его назад. Ну, полетит дальше, посмотрите. Ой, как зацепил хорошо. Ну и что, DPP? Погиб DPP! Шторм не остановим. Да, вообще не остановим. Никак, ничем, ничего нет. Полечили еще сайленсером. Ракетка в него влетит, конечно же. А, нет, сбили, ничего себе. Сбили ракету, ну молодцы. Ну тут, смотрите, зажались-то. А Зверин, конечно, не впервые там зажиматься, но, в общем-то, от этого зажима он никуда не уйдет. Никуда абсолютно так. Кого тут нашли? Ну, опять-таки, Эпсилон нашел Шторм, и Эпсилон у нас... Ну, пора уже GG писать, на самом деле. Ну, вообще ничего не могут сделать. Пожалуйста. 300. Плюс 300. И сейчас пойдет наверх. Там наверху, кстати, уже пошло сражение. Зацепили там кого-то. Ультимейт взлетел, но ультимейт ни в кого не попал. Еще и сбили торпеду. Так, а Шторм сейчас залетает? Залетает DPP, это его любимая цель вместе с Shadow Fiend'ом. Ну, 10 на 4, Шторм 8 на... 8 на 1 статистика. Ну, посмотрите, Шторм делает всю игру, Шторм делает всю игру. Вот он. Вот он как раз тот герой, та ситуация, когда вот центровой игрок все решает. Центровой игрок все решает. Конечно, не буду до последнего писать GG, но... как бы... реально ничего не смогут сделать команда Scourge. Перепикали вообще. Вот, мне понравилась пика команда Bewater. Но, видимо, вот они быстро пикали и знают, наверное. Как-то знают и играют вот таким пиком. Так, ну смотрите. Дум! А нет, тумана на Дум. Тэп-аут сейчас не сделать, тэп-аут, последняя дычка! И убил. Убил Дум. Вот так вот. Вот так вот. Просто с руки забил. А если бы бежал Профет, то мог бы выжить.
Не прочекал ману Твикса и просто отдался. Ой, ой, 14 минут, а Витя пишет. Пишет Сайленсер. Ну, кто такой Витя, я не знаю, но, может быть, привет Вите передают. И вот, смотрите, Шторм на хосте, да, Шторм сейчас взлетит там. Влетает в СФа, еще сейчас бросит на него Аршит. Даже не будет бросать Аршит, нет, бросит Аршит на всякий случай. Погибает у нас Шэдоу Финн, дальше погнался за Мэдзом. Все, Мэдз летит, Мэдз пытается спасаться, но Мэдз никуда вообще нет. Шэдоу Грэб, ну, конечно, тут Шэдоу Грэб. Ладно, ладно, Пёр тут. А, ага, что-то украл. Лайт, а, кстати, Криминант. Ну, такое, такое, такое. Так, там у нас еще Андайн Профета забрал. Овнеджи, ну, 13 на 4, ребят, наблюдаем за Штормом, потому что именно он будет вносить в эту игру разрушение, и он в него вносит, смотрите, 9 на 1, вот из 13 фрагов 9 сделал Шторм. Ну, как так? То есть, видите, прозевали такого полезного героя, как Шторма, но не взяли против него Пака, и, соответственно, получите, распишитесь. Вот так вот, видите, как СФ это легко контрить-то в центре. Ну, просто, как бы, у СФ это физ-дамаг, да, ну, в основном. Физ-дамаг и эти койлы с руки, которые... А Шторм намного мобильнее, он просто с ульта влетает. И за время вот этого своего реминанта, ну, за время, точнее, вот этого вортекса, на 2,5 секунды, он может спокойно там настрелять. Настрелять. Ага. Ну, успокоится немножко игра, но это пока Шторму какая-то мать руна не попалась новая. А, руна уже попалась. Ну, просто ищет свою цель Шторм. Так, ну, что-то пытаются придумать, ну, так я не знаю, что придумать. Ну, да, не погибал у нас Азверин, ну, так как только начнется какое-то сражение, в котором он будет целью, он сразу же погибнет. Так, Профет. 9-й левел, ну... Ну, на 16-й минуте, ну, рецепт на Мидас, Шторм опять-таки все кого-то убил. Но он просто по кулдауну убивает. Ну, честно говоря, сейчас нервы не выдержат у... А, у кого нервы не выдержат-то? Не выдержат... Ну, у Эпсилона, да, у Эпсилона не выдержат. Ну, окей, на 16-й минуте Мидас... Ну, короче, ребята, ну... Ну, что мы говорим, о чем мы говорим, о чем? Мы говорим о том, что победа уже команде Биотер досталась. И просто мы наблюдаем за агонией команды Scourge, потому что вот оно началось с двух минут, да, вот сейчас, ну где-то на 10-й минуте было, да, 2000 преимущества, и за 7 минут преимущество на 8000, на 8000, понимаете, на 8000, оно подросло, скажем так, увеличилось. Что-то украл Рубик у Сайленсера, а, первую вот эту, Curse of Silence, ну хорошо. Так, ну, трипла, не сказать, что выиграно, был выигран очень сильно мид, ну и то мид был нормальный до 6-го левела, а потом просто Шторм начал врываться. Дум как фармил, тут так и фармит, ничего он Дум не делает, Дум просто фармит, ну Дум как, знаете, как туз в рукаве, то есть, давайте за Штормом проследим, сейчас он опять найдет, сейчас опять найдет, вот видите, вот, это бежит туда, я так уверен, что это бежит Эпсилон. Так, Шторм. Шторм идет. Да, рисуют там команды активно. Сайленсер тоже рисует, говорит, так, ой-ой-ой, еще и рунку. Рунку-то подобрал. Шторм. Шторм, ты где? Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай, дружок. Сейчас надо влетать на кого-то уже там. Рисуют что-то, что все они там. Да понятно, что все они там. Так, а вот на кого улетает это Шторм. Прямо на Шэдоу Финда и прямо связал его просто. Вы видели, что он сделал? Видели, что сделал? Сколько? Секунда, две там... Три. Да-да-да-да-да, именно так. Ну, вот, просто не выпускает с базы. XDD с базы не выпускает. СФа. Я вот сейчас больше, чем уверен, что думают, как такие вообще ребята смогли дойти до конца турнира? Почему мы с ними играем? Мы хотели более интересную игру. Но не получилось более интересной игры. Я даже не знаю, почему. Как-то все так не очень. Ну, Шторм, Шторм вообще молодец. Шторму просто пятерочка. Но он делает то, что должен делать. Он просто влетает на Финда, и тут ничего не может сделать. Тут сейчас то же самое, сейчас, видите. Вот, еще раз, пожалуйста, пожалуйста. DBP, DBP, все, DBP минус. Ну, что, и Профета может... Ну, как тут, да, Шторма-то никак. Неостановим он просто. Неостановим. Ну, еще и купит сейчас себе тот самый бустер. Бустер, вот этот, вот Soul Booster, с которого потом Bloodstone соберет. И вообще вот плохо. Ну,
Тут Эпсилон... С Мидасом, боже, хотя бы Блинк Даггер был бы, ну это Блинк Даггер ему ничего не помогло бы, ничего, ну вот Shadow Blade хотя бы, вот, это бы как-то помогло. Ну а Трипла тут, понимаете, а Трипла делает все правильно, она линию не пушит, Луне там она по чуть-чуть ковыряет этих крипов, вот смотрите, 79, она 39, она стоит и ничего не делает, ей не надо это, там есть кому сражаться. Она просто фармит спокойно себе, вот это вот отличная, уверенная Луна, правильно все она делает, просто фармит, ей не надо супер много артемов, айтемов, у нее есть больше, чем есть у противников. Смотрите на Герокоптера. Ну вот опять, Godlike, тут... По-моему, только вот двоих героев убивает Шторм. Рубика и Эсефа. Все, вот сейчас кто здесь? О, тут здесь Эпсилон. И Эпсилон не может выйти, боится, стоит на базе, боится выйти, потому что сейчас, как только крипы сейчас его увидят, смотрите, смотрите. Влетает, все. Сайленс притянул, убил, связал. Holy shit, GG, я звери. Ну, да, это GG. Не GG. А что? Так а что, ну, ни одну вышку еще не убили? Так, вот еще Герокоптер дал-то ультимейт, ну что тут, ну ничего он больше не может сделать, там вылечивает вон XDD. Сейфорд, ладно, побежал назад. Сейчас, неужели это заберут XDD? Не заберут, тут уже Bloodstone есть. Вот так вот, Зив, заивейдил. Заивейдил. Ох, а что здесь? А здесь Шива, а здесь Дум в GPP. Тычка одна, вторая, третья, ну и на последнюю дать, чтобы уже... Вот так вот. А, Level Death. Рубик отключился от игры. Ну, DPP понимает, что это просто избиение младенца, а Зверин тоже выходит из игры. Ну, действительно, ничего здесь нельзя сделать. Этот Шторм слишком силен. Шторм уже слишком силен. 20-го левела Шторм, понимаете? 20-го. 20-го левела. 5-го левела Дазл, Шторм 20-го. Ну и что? Давайте уже ждем. Опять Шторм влетел, опять на Эпсилон. Ну, просто унижает уже. Просто уже три души оставалось там. Три души. Сколько? Три вылетело. Короче, все плохо. Ну, вот он Шторм-то. Какой великолепный Шторм. Ну, всю игру сделал Шторм. Смотрите, сколько фрагов-то Шторм. Просто фанится XDD. Поздравляем его с победой. 15 фрагов он сделал, понимаете? Вот так вот. Получил 6-й, поехал Шторм. Поехал всех убивать. Еще и вышку-то убил. Ну, невероятно все, невероятно. Остается у нас последний игрок. Ну, ГГ может быть написать-то. ГГВП пишет Мэтс. Ну, правильно. Все это адресовано Шторму. А, ну и все... На английском напиши. ГГ. Ну, да, это чтобы упал трон. Окей. Ждем мы, когда он все-таки упадет. И вот он падает. Поздравляем мы команду BeWater с победой в этом турнире. Честно говоря, ребят, так вот, ждем мы табличку на всякий случай, подождали мы. Нет, появляется, да. Появляется табличка, вот посмотрите на статистику. 15-1, а здесь 9, 4, 7, ну вот они, два человека, которые просто умирали по кулдауну. Вот 9 плюс 7, как раз 16 равно. 9 плюс 7, 16, это ровно столько, сколько сделал фрагов штормов, минус 1. Ну, то есть, кто-то один все-таки убил СФ или Рубика когда-то там, кроме шторма. Ну, вот, просто этих двоих героев хейтил, потому что они как-то там отбивались от стаи и ходили там по одному. Ну, потому что СФ стоял в центре, а Фурион был, в принципе, там где-то неуловим там на свои сложные он был. Ну, как-то так. Ребят, спасибо всем за...